Наверное, многие из нас будут немного удивлены, когда узнают, что возложение рук является одной из фундаментальных доктрин, потому что сейчас очень мало говорится об этом в большинстве церквей. Но если вы остановитесь и подумаете, то это вполне логично. Так и должно быть, потому что возложение рук или передача Божьей силы и власти — это то, что приносит целостность в тело Христа. Преемственность от старшего служителя к младшему, а также неразрывность между разными поколениями. Итак, главная функция служения возложения рук — это принести неразрывность или целостность в тело Христа. И некоторые заявляют, что им удалось сохранить эту неразрывность от времени апостола Петра до наших дней. Я не обсуждаю это заявление, а лишь указываю на то, что все аргументы, стоящие за ним, логичны. Нам нужен способ, как продолжать от поколения к поколению и от служения к служению. Этот способ представлен в Писании в качестве так называемого «таинства возложения рук». Интересно, что мы находим упоминание об этом уже в первой книге Библии, и оно продолжается дальше через всю историю Божьего народа. Это существенный элемент в истории народа Божьего. Я бы сказал, что есть определенные духовные цели, которые оно несет. Прежде всего, заметьте, что положить на кого-то руку — это естественная человеческая реакция. У мамы больной ребенок, у которого горячка, почти не задумываясь, она кладет свою руку на лоб ребенка. Или же встречаются два человека, которые не виделись долгое время. Они кладут руки на плечи друг другу или пожимают руки, но так или иначе они контактируют с помощью рук. Рука — это одно из главных средств, с помощью которого люди контактируют друг с другом. В духовном контексте, я считаю, она тоже выполняет определенные цели. Во-первых, передает. В Библии мы находим, что возложение рук использовалось для передачи благословений, власти, мудрости, а также Святого Духа, духовных даров или служения. Давайте я еще раз перечислю все это. Оно используется для передачи благословений, власти, мудрости, Святого Духа, духовных даров или же служения. Во-вторых, оно используется, чтобы уполномочить. Это библейский способ поручения определенного служения в теле Христовом. В этом случае оно признает Божие назначение. Мы должны понять, что дела в церкви не решаются с помощью голосования. Бог не подвергается голосованию. Во многих церквях люди голосуют за диаконов, за пасторов или за кого-то еще. Но это не по Писанию, потому что именно Бог назначает на все эти должности. Иисус сказал своим апостолам: «Не вы избрали меня, а я избрал вас». Я считаю, что это касается каждой действующей функции в служении и каждой должности в церкви. Не человек делает этот выбор, а Бог, потому что Иисус Христос — глава всему, глава церкви, которая является Его телом. И я не верю в то, что должности, назначенные в служении Иисуса человеком, имеют какую-то законность. Но я верю в то, что назначение на должность не делает человека кем-то новым, а лишь признает то, кем этого человека назначил Бог. Я считаю, что если вы когда-либо соберетесь в церкви, чтобы обсуждать диаконов, вы не должны решать, кого вы считаете подходящим на эту должность, а вы должны решать, кого Бог избрал на эту должность. Это два абсолютно разных вопроса. Нас испортила демократия, которая занимает очень маленькое место в Библии и в церкви. Не буду больше говорить об этом, потому что это весьма спорный вопрос, а у нас нет времени вдаваться в полемику. Во-вторых, кроме признания, возложение рук также отделяет для определенного задания или служения. В-третьих, оно используется для подтверждения или передачи полномочий.
Ну и в-четвертых, оно используется для оснащения, то есть для передачи духовного дара, духовной власти или чего-то другого, что нужно человеку для исполнения назначенного Богом задания. Давайте я снова перечислю все эти пункты, потому что это важно. Функция возложения рук в назначении человека. Оно используется, чтобы признать, но не назначить человека по Божьему выбору. Оно используется, чтобы отделить человека для определенного задания или служения. Оно используется для передачи полномочий, а также используется для оснащения человека всей духовной властью и дарами, которые могут ему понадобиться для служения. А теперь давайте рассмотрим несколько примеров, прежде всего, из Ветхого Завета. Давайте откроем книгу Бытие, 48 главу. Мы прочтем с вами с 8 по 19 стих. Это очень и очень интересный отрывок. В этом отрывке Иосиф приводит своих сыновей к своему отцу Иакову, которого также звали Израилем, чтобы тот благословил своих внуков. И я хочу сказать, что вторым по значению после благословения самого Бога является благословение отца или дедушки. Я хочу сказать всем вам, особенно молодым людям, любой ценой получите благословение своего отца для всех ваших дел. Это очень и очень важно. Это второе по значимости благословение после Божьего. И в Библии вы увидите, что благословению отца придавалось очень большое значение. Итак, давайте начнем с 8 стиха. Написано: «И увидел Израиль», то есть Иаков, сыновей Иосифа, «и сказал», кто это? «И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь», то есть в Египте. Иаков сказал: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясным. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. «И сказал Израиль», то есть Иаков, Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». Одна вещь, которая вызывает у меня слезы, это верность Бога, а не горе или печаль. Но каждый раз, когда я созерцаю Божью верность, у меня проступают слезы. «И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли». Обратите внимание на уважение, которое люди в Библии оказывали родителям и старшим. «И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую — на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенцем». Обычно первенец получал большее благословение, которое передавалось правой рукой. И Иосиф специально сделал все так, чтобы Манассия, который был первенцем, оказался напротив правой руки Иакова. Но Иаков, побуждаемый Духом Святым, перекрестил свои руки и возложил правую руку на Ефрема, а левую на Манассию. «И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сегодня, ангел, избавляющий меня от всякого зла». Знаете, когда это произошло? Когда Иаков встретился с ангелом в Пенуэле. Именно этот случай он имел в виду, когда говорил: «Ангел, избавивший меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». Как вы видите, также очень важно передавать имя. Очень многое из этого уже вышло из моды в наши дни, но это никогда не выходит из моды у Бога.
И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассея. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль», говоря: «Бог да сотворит себе, как Ефрему и Манассии», и поставил Ефрема выше Манассии. Очень точная сцена. Было понятно, что большее благословение исходит от правой руки отца. Это было очень реальным. Это была реальная передача, а не просто формальность. Это не была просто церемония. Это была важная передача в жизнь двух юношей, Ефрема и Манассии. С этого момента их судьба была решена раз и навсегда. Поэтому давайте не будем недооценивать значимость и важность возложения рук, когда оно проводится Святым Духом. А затем давайте откроем числа, 27 главу, где Моисей говорит Господу, что пришло время назначить лидера, который станет его преемником. Моисей знал, что он не пойдет в землю обетованную, но его очень заботила судьба народа Божьего, Израиля. Итак, в числах 27 главе, 18 стихе, Моисей говорит Господу. Нет, давайте начнем, пожалуй, с 16 стиха, или даже ранее, с 15. «И сказал Моисей Господу, говоря: „Да поставит Господь Бог духа всякой плоти над обществом сим человеком“». Я думаю, это важно, что он Бог духа всякой плоти. Он Бог, который знает дух каждого человека. Он видит всю глубину человеческого характера. Бог духа всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. Во всей Библии сначала до самого конца нам говорится о том, что овцы без пастыря будут рассеяны и станут легкой добычей. Это послание прослеживается по всей Библии. И хочу сказать, что за исключением тех случаев, когда вы столкнулись с очень необычными обстоятельствами, у каждого из вас должен быть пастырь, человек, который будет бережно заботиться о вашей душе. Это очень и очень важно. Мы вернемся к этому чуть позже, когда будем изучать другую тему. Итак, как же ответил Господь? «И сказал Господь Моисею: „Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елиазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей“. Мне это нравится. Не всю славу или власть, потому что у Моисея была уникальная власть. Дай ему от своей власти и славы, потому что она ему понадобится. И дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елиазару священнику и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом, и по его слову, по слову Иисуса Навина, должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним и все общество. И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса и поставил его пред Елиазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». Видите, все сообщество было при этой передаче власти от Моисея, за которым они следовали 40 лет, к его преемнику. Это было важное дело, от которого зависело благополучие всего народа Божьего. Кроме того, это была не просто церемония. С Иисусом Навином действительно что-то произошло. И во Второзаконии, 34 главе, мы находим очень интересный комментарий. Здесь написано: «Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости,
потому что Моисей возложил на него руки свои. Видите, что он получил через возложение рук? Он получил духа премудрости. Это была не просто формальность, не просто церемония. Это была настоящая передача. Давайте перейдем к еще одному примеру из Ветхого Завета, который находится в 4 книге Царств, 13 главе. Это заключительная сцена в служении Елисея. Но на самом деле это не заключительная сцена, потому что помните, когда Елисей умер и был погребен, затем в Израиль пришла банда налетчиков с целью захватить Израиля, и тогда люди собирались похоронить одного человека, но им пришлось просто бросить его в гробницу Елисея и убежать. И когда мертвый человек коснулся костей Елисея, он ожил. Вот так случай. Как чудесно, что Божья сила может передаваться столькими необычными способами. Давайте прочтем о Елисее в 4 книге Царств, в 13 главе, 14 стихе. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Это так неожиданно. Он умер от болезни, но при этом его кости были настолько заряжены силой Божией, что когда мертвый человек прикоснулся к его костям, то ожил. Это невозможно объяснить, но давайте все-таки продолжим читать эту историю. «И пришел к нему Иоас, царь Израильский, и плакал над ним и говорил: „Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его“». Это были те же слова, которые Илия говорил Елисею, когда его уносила колесница. Здесь находится послание для всех нас. Человек, который по-настоящему знает Бога, может стать защитой для всего народа. Он может быть сильнее целой армии. Иоас не был особенно набожным царем, но при этом он осознавал, что Елисей значил для его народа. И сказал ему Елисей: «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он, то есть царь, руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал: «Отвори окно на восток». В том направлении находилась Сирия, враг Израиля. И он отворил. И сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил и сказал: «Это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке, в конец». И мы знаем, что он выстрелил три раза, и трижды Иоас поразил Израиля. Елисей разозлился на него, потому что ему следовало выстрелить больше раз. Но я хочу акцентировать ваше внимание на том, что Елисей наложил свои руки на руки царя, когда тот держал лук, и это сделало его эффективным. Опять же, это сверхъестественная сфера, но это показывает нам, что может произойти что-то реальное, когда один человек возлагает руки на другого. А теперь давайте перейдем к Новому Завету и обсудим цели возложения рук, указанные в Новом Завете. Прежде всего, чтобы передать исцеление больным. Иисус сказал в Евангелии от Марка 16 главе, когда Он посылал Своих учеников на дело служения, что эти знамения будут сопровождать уверовавших. И пятым знамением было: возложат руки на больных и будут здоровы. Иначе говоря, возложение рук на больных — это способ передачи Божьего исцеления больному. В послании Иакова, 5 главе, есть еще одно таинство. Там написано: «Если среди вас верующих есть больные, пусть позовут пресвитеров церкви, и они помолятся за этого человека, помазав его елеем во имя Господнем». Это похоже на молитву и на возложение рук, но они также должны были помазывать елеем. Елей, я уверен, вы это знаете, это всегда символ Святого Духа. То есть сам елей не приносил исцеления, а эта церемония символизировала высвобождение Святого Духа в тело больного человека. У меня есть предположение, в чем разница между возложением рук и возложением рук с помазанием елеем. Я предполагаю, это всего лишь мое мнение,
что возложение рук без помазания елеем предназначалось для людей, которые не были членами церкви. А для членов церкви в это таинство входило также помазание елеем. И опять же, я хочу заметить, что Новый Завет говорит о том, что каждый верующий должен быть частью какого-то собрания, ибо он пишет: «Если среди вас, верующих, есть больные, пусть позовут пресвитера в церкви, и они помолятся над ним, помазав его елеем». Если в воскресенье утром вы ходите в одну церковь, а в воскресенье вечером в другую, то каких пресвитеров вы позовете? А если вам некого позвать, то что вы будете делать, когда заболеете? Иначе говоря, Новый Завет предполагает, с учетом различных особых ситуаций, что верующий должен быть членом собрания, который знает своих лидеров, признает их и которому доступно служение его лидеров. Я чувствую, что Бог хочет, чтобы я сделал на этом акцент. Я чувствую, что некоторые из вас, подобные горным козлам, вы отбились от стада, и у вас нет пастыря, а это очень опасное место. Подчиниться человеческой власти — это смирение. Бог смиренных благословляет, а гордым противится. Итак, выбор за вами, только за вами. Да, бывают исключения, различные ситуации, которых это не касается, но не будьте исключением, тогда как вы должны быть частью правила. Следующая цель возложения рук — это передача даров Святого Духа. В 8 главе Деяний мы читаем о том, как Филипп пошел в Самарию и проповедовал Христа, что сопровождалось чудесами и знамениями. И все люди в городе, которые уверовали, были крещены, то есть они были спасены, потому что Иисус сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Но апостолы не были до конца удовлетворены, потому что знали, что чего-то не хватает. Итак, в Деяниях написано: «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса Христа». Как я и говорил вчера, это указывает на то, что можно быть спасенным и при этом не иметь Святого Духа, как в этом случае. Здесь идет речь о сошествии Святого Духа, или, как я это называю, погружении свыше или погружении в Ниагарский водопад. В 17 стихе написано: «Тогда они, апостолы, возложили руки на них, и они, верующие, приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: „Дайте мне эту власть“». Видите, здесь написано, что через возложение рук апостолов им был дан Святой Дух. И в следующей главе, после того, как Саул встретился с Иисусом на дороге в Дамаск, он находился в Дамаске, не мог видеть и постился 3 дня. Анания, простой ученик, не апостол, не пророк, а простой ученик, получил указание от Господа пойти в дом, где находился Саул, возложить на него руки и помолиться за него. И написано, что он возложил на него руки, и к Савлу вернулось зрение. Он принял Святого Духа и был крещен. Поймите, что возложение рук — это удел не только людей с особенным служением. Божья воля заключается в том, чтобы любой человек мог возложить руки на другого. Когда мы сидели в офисе, Руфь напомнила мне одну историю. Это очень необычная история. Мы были в городе Кану на Гавайях. Я был очень болен, и до выздоровления было еще очень далеко. Мы шли по центральной улице, и к нам подбежал мужчина. Он сказал: «Вы не могли бы за меня помолиться, потому что я болен?» Я спросил: «А какая у вас проблема?» Он ответил: «Меня ударило током». Вы знаете, что это? Он получил полный разряд. Он был электриком. В результате этого его плечи были парализованы. Он не мог поднять свои руки выше этого. Мне было неохота молиться за него, но он продолжал настаивать. Итак, мы остановились посреди улицы.
недалеко от ресторана и начали молиться. И Руфь возложила руки на его плечи. На следующий день на собрании служения молодежь с миссией он поднял свои руки над головой. Он пережил чудо через возложение рук. Позже он приехал повидаться с нами, когда мы служили в Аризоне. Он рассказал нам, что ходил на осмотр к врачу, и врач сказал: «Я осматривал ваши плечи, и нет никаких шансов на то, что вы когда-либо сможете поднять свои руки над головой». Это лишь небольшой пример того, что может сделать возложение рук. Опять же, в Ефесе мы уже рассматривали эту историю, но только в другом контексте. Павел прибыл туда и нашел каких-то учеников, но они были учениками Иоанна Крестителя. Павел рассказал им Евангелие, и они крестились во имя Господа Иисуса Христа. А когда Павел возложил на них руки, они начали говорить на языках и пророчествовать. Итак, возложение рук — это очень библейский способ для передачи силы Святого Духа. В Новом Завете есть 5 основных примеров, и они очень интересные. В 2 случаях, а именно в день Пятидесятницы и в доме у Корнилия, Святой Дух сошел на людей суверенно прямо от Бога. А в остальных 3 случаях — в Самарии, в случае с Савлом и в Ефесе — он был передан через возложение рук. Поэтому это вопрос Божьего водительства. Я имел привилегию привести 1000 людей к крещению во Святой Дух. Моя часть заключается в том, чтобы люди поверили, что если они будут искать Бога, то получат. Я тоже возлагаю руки на людей, но не очень часто. Я могу сказать, что по данной мне благодати, я видел, как 1000 людей принимали Святого Духа напрямую от Бога. Продолжим. Следующая функция возложения рук — уполномочить слуг на служение в церкви. Иногда их называют диаконами. Интересно, как бы изменились некоторые церкви, если бы поняли, что слово «диакон» на греческом означает «слуга». Я имею в виду, что в некоторых церквях совет диаконов имеет очень большую власть. А что было бы, если бы они назывались советом «слуг»? Видите, мы немного напутались с терминами. В 6 главе книги «Деяний» церковь столкнулась с хорошей проблемой. Церковь росла так быстро, что они не успевали заботиться обо всех вдовах и бедных, которые нуждались в их помощи. Хочу обратить ваше внимание на еще одну характеристику новозаветной церкви. Они неизменно заботились о своих вдовах. Это было для них само собой разумеющимся. Сегодня проблема в том, что правительство взяло на себя столько функций, что церковь уже не осознает своих обязанностей. Но я все равно верю, что церковь обязана заботиться о бедных, как только это у нее получается. Итак, верующие пришли к апостолам и сказали: «Сложилась неправильная ситуация, никто не заботится о наших вдовах». И тогда апостолы сказали: «Хорошо, мы примем меры». Это очень важная ситуация. Написано: «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о стола“. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». В чем заключается служение апостолам? В молитве и служении Слова, а не в администрации. Для администрирования мы можем найти других людей, а нам нужно держаться своих обязанностей. Итак, они сказали: «Выберите среди вас 7 человек, которых вы знаете, и все они должны быть исполнены Святого Духа». В первой церкви человека не назначали даже диаконом, если он не был исполнен Святого Духа. В этом была мудрость апостолов, потому что этим людям должны были доверить финансам, поэтому они доверили людям из церкви выбрать этих служителей. Тогда они приняли этих людей и рукоположили их, или же дали им полномочия. Но после этого люди в церкви не могли жаловаться на этих людей, потому что они сами их выбрали.
Вот видите, какой мудрый у нас Бог. Написано, что они привели этих людей и поставили их перед апостолами. И эти, помолившись, возложили на них руки. Их рукоположили на должность диаконов, но там нет слова «диакон». Поэтому я бы сказал на должность помощников. Апостолы сказали, мы очень заняты, и нам нужны помощники. Должность помощника была очень важной. Интересно понаблюдать за тем, что стало с двумя из этих людей. Стефан стал первым мучеником, а Филипп стал признанным Богом евангелистом. Поэтому, братья и сестры, если начинаете со служения слуги, то помните, что это может быть ступенькой к чему-то другому. А если вы не начнете в качестве слуги, то вы никогда не получите продвижение от Бога, потому что Бог продвигает только тех, кто начинает снизу, на лестнице. Следующая цель возложения рук — это отправление апостолов. Я знаю, что некоторые из вас считают, что в Новом Завете было всего 12 апостолов, но это не так. Я насчитал примерно 20 людей, которых называли апостолами. Были 12 основополагающих, но были и другие, которые названы в Библии поименно, и мы рассмотрим некоторых из них. В Деяниях 13 главе говорится о церкви в Антиохии, которая во многом была эталоном церкви. В действительности она даже превзошла церковь в Иерусалиме, которая немного застряла в том, что я называю сосредоточенностью на себе. Эта проблема часто встречается в современных церквях. Большинство церквей настолько сосредоточены на себе, что у них не остается времени на настоящую работу, на проповедь Евангелия тем, кто никогда его не слышал. Но у людей в Антиохии был другой взгляд, и это очень важно. Деяния 13 глава говорит нам об этом. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя: Варнава, Симеон, Луций, Манаил и Савл, который позже стал Павлом. Если вы верите в пророков и учителей, тогда путь открыт и для апостолов. Я покажу вам, что имею в виду. Когда они служили Господу, мне кажется, что в одном из переводов сказано, когда они поклонялись Господу. Это очень важно. Я буду говорить об этом позже, но знайте, что поклонение — это ключ ко многим вещам. Когда они поклонялись Господу, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Обратите внимание, что Дух Святой говорит здесь как Бог. «Отделите мне этих двоих». Как вы думаете, как Дух Святой сказал это? Вы думаете, к ним явился бестелесный голос, или же он говорил через одного из этих пятерых мужчин? Решайте сами, но я думаю, что, скорее всего, это было пророческое слово. Тогда они, совершив пост и молитву, я сильно верю в посты и в молитву. Нет времени, чтобы вдаваться в детали, но хочу сказать, что многие вещи никогда не произойдут в церкви, пока люди не научатся поститься и молиться. Это был второй раз, когда они постились. Они уже постились, когда получили слово. Совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Они их отправили. Обратите внимание, что они не избрали для этого помощника молодежного служителя, как бы сделали многие церкви. Они выбрали двух высокопоставленных мужчин. Они отправили наилучшее, что у них было. Продвижение в евангелизационном служении происходит сверху, а не снизу. И опять же, в современной церкви есть чему поучиться у них. Люди, которых называют миссионерами, это не те, у кого маленькое незаметное служение, это должны быть люди с самого верха, избранные Богом. Но мы расставили неправильные акценты в нашей внутренней структуре и стали настолько поглощены собой, что не имеем больше видения от Господа. Не знаю, простите вы меня за такое высказывание, но я считаю, что многие современные христиане в некоторых странах похожи на астрономов в дни Птолемея. Может, вы многое знаете об астрономии, но я в ней не силен. Птолемей был уверен, что Солнце вращается вокруг Земли, но появился Коперник и сказал: это не так, все совсем наоборот. Земля вращается вокруг Солнца. И традиционно для того времени церковь захотела убить его за такие дерзкие слова, но ему удалось спастись бегством.
Почему же церковь была в ярости? Потому что это противоречило их традициям. Могу сказать, что многие христиане все еще живут в эру Птолемея. Они все еще верят в то, что Солнце, то есть Бог, вращается вокруг нас. Они так и не поняли, что все наоборот. Мы вращаемся вокруг Солнца. Иисус находится здесь не для нашей выгоды, а мы находимся здесь для Его славы. Послушайте некоторые песни, которые сейчас поют. Ну, послушайте их. Они полностью сосредоточены на том, что Иисус сделает для меня. Это замечательно, но не так важно, как то, что мы сделаем для Иисуса. Вот на чем нужно ставить акцент. Итак, эта церковь отправила двух своих лучших людей. Когда их отправляли, то они были пророками и учителями. Но если вы прочтете следующую, 14 главу Деяний, то о тех же самых людях сказано. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. И потом уже написано: «Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём», ну и так далее. И так они стали апостолами. А как они стали апостолами? Благодаря тому, что их отправила церковь по водительству Святого Духа. Понимаете, значение слова «апостол» — «посланный». Если вы не посланы никуда, то вы не апостол. Итак, вот два человека, Павел и Варнава, которые не принадлежали к первым 12, но теперь и их называют апостолами. Как же они стали ими? По назначению Святого Духа. Как они услышали голос Святого Духа? Они молились, постились и поклонялись Богу. И когда руководство церкви будет делать то же самое, то мы увидим появление апостолов. Хорошо, двигаемся дальше. Следующая функция возложения рук в Библии — это назначение пресвитеров. Деяния. 14 глава, 23 стих. Тут написано об этих двух апостолах, о Павле и Варнаве, что они рукополагали пресвитеров. Значит, изначально пресвитеров назначали апостолы? Затем Павел пишет Тимофею, который был его представителем в Ефесе. Это первое послание к Тимофею, 5 глава, 17 стих. Он дает ему инструкции, каким человеком должен быть пресвитер. Здесь написано: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Изучив Новый Завет, вы узнаете, что под сугубой честью подразумевается финансовое вознаграждение. Слово «честь» в Новом Завете — это не просто пустое слово. Оно означает проявление уважения путем восполнения нужд этого человека. Я иногда говорю: если вы удвоите ноль, то у вас все равно будет ноль. Поэтому есть стандарты вознаграждения. А те, кто полностью посвящают себя учению Слова Божьего, должны быть вознаграждены теми, кому они служат, в соответствии с количеством времени, которое они на это тратят. Павел продолжает рассказывать, как выбирать пресвитеров. Это 19 стих. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или при трех свидетелях». И это тоже очень важно. Не принимайте обвинения на человека, занимающего должность пресвитера, если оно не подтверждено как минимум двумя свидетелями. Я видел множество случаев, когда мужи Божьи были оклеветаны, и люди принимали эту клевету, не требуя подтверждения от двух или трех свидетелей. Никогда так не поступайте. Потому что у сатаны один из главных способов атаки служителей — это выдвижение лживых обвинений против них. Но вот как можно защититься. Не принимайте обвинение на пресвитера, если оно не подтверждено как минимум двумя, ну а еще лучше тремя свидетелями. Очень многое в церкви изменилось бы, если бы мы придерживались этого правила. Павел продолжает.
Та же самая глава, теперь уже 21 стих. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию, которому нет места в Царстве Божьем, рук ни на кого не возлагая поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». Речь идет о выборе пресвитеров. Поэтому, когда он пишет «не возлагай ни на кого рук поспешно», означает «не назначай никого поспешно». Будьте очень осторожны, имейте разум Божий. Убедитесь в том, что человек отвечает всем требованиям, потому что я уже много раз говорил, что намного проще рукоположить кого-то, чем отменить это. Если вы уже назначили пресвитера, то вам будет очень сложно избавиться от него, если вы назначили неподходящего человека. Поэтому Павел говорил Тимофею, «Будь очень и очень осторожен, не рукополагая никого на должность пресвитера, пока не будешь полностью уверен, что это Божий выбор». А дальше он говорит, «Не будьте участником чужих грехов, поскольку если я назначу пресвитером недостойного человека, который может навредить людям в церкви, то я причастен к его грехам. Поэтому нам нужно быть очень и очень осторожными. Скажу, что в нашей церкви, которая не всегда является эталоном, когда назначают пресвитеров, то проходят всю эту процедуру. Тем трем мужчинам, которых недавно назначили, пришлось 2 дня отвечать на различные вопросы. Все принималось во внимание. Я думаю, что в церкви существует множество проблем из-за поспешного назначения пресвитеров. Видите, сколько уроков можно извлечь из темы о возложении рук. Это совсем не маленькая тема. Итак, какой была цель возложения рук во всех этих случаях? И случаи со слугами, и с апостолами, и с пресвитерами. Целью была передача власти, отделение, подтверждение и оснащение человека для служения. Но есть еще одна функция — возложение рук. Павел писал христианам в Риме, «Я бы хотел приехать к вам и передать вам духовные дары». Но в тот раз ему не получилось поехать, он сделал это позже. А во втором послании к Тимофею, 1 главе, 6 стихе, Павел пишет, «По этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Итак, Тимофей получил дар через возложение рук Павла. Здесь используется греческое слово «харизма», от которого произошло слово «харизматичный». Я хочу рассказать вам мое личное мнение. Вы можете не согласиться с ним и все равно пойти на небо, но, надеюсь, вы не перестанете меня любить. Я считаю, что харизма, которую получил Тимофей, это было апостольство, потому что мы знаем, что были и другие апостолы. Давайте рассмотрим апостольство Тимофея. Тимофей тоже был апостолом. Возможно, вы не знали этого, но я покажу вам это в Библии. Это первое послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 1 стих. Это письмо было написано 3 людьми, что было обычным делом для Нового Завета. Написано «Павел и Силуан», или, попросту говоря, «Сила», и «Тимофей» церкви Фессалоникской. То есть все они являются авторами письма, не только Павел, но Павел, Сила и Тимофей. Затем во 2 главе этого письма написано 6 стих. Те же самые люди, Павел, Сила и Тимофей, пишут, «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы». Итак, все эти трое, Павел, Сила и Тимофей были апостолами.
Поймите, что служение апостолов не закончилось в наши дни, потому что в послании Ефесянам 4 главе написано, что Бог поставил апостолов в церкви, доколе мы все придем в единство веры. И любой человек в здравом рассудке сможет заметить, что мы еще не пришли к единству веры. Не так ли? Поэтому апостолы нужны, и пасторы нужны, и евангелисты нужны, и пророки, и учителя тоже нужны. Они все нужны, пока работа не будет закончена. Итак, сколько у нас получилось? У нас есть Павел, Варнава, Сила и Тимофей. Верно? Это значит 4. Ну или 5 апостолов были назначены после Дня Пятидесятницы. А сейчас я хотел бы уделить немного времени апостольству Тимофея. Не Павла, а Тимофея. Я уже показывал вам, что Тимофей назван апостолом. Как он стал апостолом? Я думаю, это очень важный вопрос, потому что я считаю, что церковь отчаянно нуждается в апостолах. Но также следует сказать о том, что Иисус повелел церкви в Ефесе испытывать тех, кто называет себя апостолами, но не является таковыми, а оказываются лжецами. Не верьте каждому, кто называет себя апостолом. Их нужно испытывать. А вы знаете, где заканчивают лжецы? А? Знаете, да? Что, не знаете? Они заканчивают в озере Огненном. Так что это очень серьезный вопрос. Если кто-то называет себя апостолом, но не является таковым, то он обрекает себя на озеро Огненное. А теперь давайте рассмотрим ситуацию из книги Деяний, 16 главы. Павел вместе с Силой отправляется в свое второе миссионерское путешествие. И в первом стихе написано, «Пошел он до Дервии и Листры». И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеенка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Одно, что обычно требуется человеком, планирующего занять важную позицию в церкви, это хороший отзыв от своих людей. Если его окружение не может сказать о нем ничего хорошего, то все, что скажут другие, не будет иметь никакого значения. Много лет назад я оказался в ситуации, когда, будучи в Иерусалиме, к нам прислали женщину из Швеции, которая должна была трудиться вместе с нами. И моя первая жена Лидия, которая была очень проницательной, просмотрела все ее рекомендации, которых, кстати, было довольно много, и заметила, что там не хватало только одного — рекомендации от ее собственной церкви. Мы взяли ее, но позже горько пожалели об этом, поскольку она стала источником многих проблем. Поэтому мне пришлось усвоить этот урок. Если вы берете человека, то самые важные рекомендации — это рекомендации от людей, которые жили с ним, работали с ним, знали его. Если они не могут порекомендовать этого человека, то все остальные не стоят ничего. Но Тимофей получил хороший отзыв от людей, с которыми он служил, или вернее, жил. Его пожелал Павел взять с собой и сказал, «Пойдем со мной». Затем нам нужно очень внимательно изучить это в первом послании Тимофею, 4 главе. Павел пишет самому Тимофею, «Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Так я пришел к выводу, что было пророческое слово о том, что Тимофею нужно отправляться в путь с Павлом и Силой. На основании этого пророческого слова и на основании того, что они знали его характер, местные пресвитеры возложили руки на Тимофея и отправили его в путь, и он принял дар или харизму апостольства. Вот как я это понимаю. А теперь нам нужно сбалансировать это с тем, что мы уже прочли во втором послании к Тимофею, 1 главе, 6 стихе, где Павел писал Тимофею, «По этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение».
Можно понять это по-разному, но наиболее вероятно, что в Листре, когда было получено пророческое слово и испытано, пророчество было о том, что Тимофей должен отправляться в путь с Павлом и Силой. Пресвитеры сказали: «Мы одобряем это». Павел сказал: «Я принимаю это». А затем Павел и пресвитеры возложили на него руки и передали ему харизму апостольства. Обратите внимание. Пророчество сыграло здесь очень важную роль. А вы как считаете, пророчество важно или это пустая трата времени? Как по-вашему? В первом послании к Тимофею, 1 главе 18 стихе, Павел пишет: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Это и есть настоящая цель пророчества. Оно должно ободрить человека, который скоро столкнется с сопротивлением, и подтвердить ему, что он был избран Богом. Я раскрыл эту тему в своей книге «Возложение рук», и она попала в Новую Зеландию. И довольно известный христианский лидер в Новой Зеландии, чье имя я не буду называть, получил пророческое слово, когда был в Америке, что ему нужно исполнить определенное задание. Он был очень расстроен и уже был готов сдаться, но затем он прочитал мою книгу и сказал: «Я поступлю на основании этого пророчества. Я скажу вам, кто это был. Это был Деннис Шорт». Это побудило его начать служение, которое сейчас влияет на эту страну и на многие другие. Видите, каким важным может быть пророчество, если оно дано во Святом Духе. Должен признаться вам, друзья, что меня тошнит от множества пророчеств. Я называю их харизматическими гаданиями. Люди подходят к вам, возлагают на вас руки и говорят: «Вы будете делать то или это». Но в большинстве случаев такого не происходит. Есть очень тонкая грань между пророчеством и гаданием. Вы знаете, что гадалки тоже могут говорить правду. В 16 главе Деяний была гадалка, которая первой поняла, кем были Павел и Сила. Раньше всех остальных в этом городе она поняла, что эти двое были слугами всемогущего Бога, который показал нам путь ко спасению. Однако при этом она была слугой сатаны. Я просто хочу предупредить вас об этом. А теперь очень кратко я расскажу вам об опасностях и мерах предосторожности. У меня осталось очень мало времени. Две опасности, которые уже упоминались: во-первых, назначение недостойного человека. Поскольку, когда вы сделаете это, он наведет беспорядок, и вы будете отчасти виновны в этом беспорядке. Вторая опасность — это то, что я называю духовным заражением. Вы можете возложить на кого-то руки, чтобы помолиться за освобождение от злых духов, но вам нужно знать, как защитить себя, потому что это может быть палкой о двух концах. Либо вы вложите в этого человека Духа Святого, либо тот злой дух повлияет на вас. Помню случай, когда, будучи еще в армии, мы с группой друзей возложили руки на человека, страдающего сильной депрессией. У нас не было водительства Божьего. Мы сделали это по собственной воле. И знаете, что произошло? Мы все пережили атаки депрессии. Мы не защитили себя. Поэтому, когда возлагаете на кого-то руки, вам нужна защита. Защита приходит через молитву и смирение. Будьте водимы Духом Святым. Водимые Духом Святым — все сыны Божьи. Находитесь под защитой крови Иисуса. Знайте, как ею пользоваться. И не забывайте о том, что Иисус сказал своим ученикам: «Даю вам власть над всеми силами дьявола, и ничто и никогда не повредит вам».